такой настоящий герой? Кто по праву может удостоиться этого величественного звания? 12-й ежегодный слет лидеров волонтерских движений Петербурга собрал в этом году порядка 150 ребят из разных добровольческих и волонтерских организаций. Для того, чтобы обучить их навыкам профилактики поведения высокой степени риска среди молодежи. Слет делится на три блока. Это спортивный блок, образовательный и культурно-развлекательный. Одним из самых запоминающихся спортивных состязаний для ребят станет рафтинг. Уже через пару минут команде из 8 человек предстоит встретиться с порогами этой стремительной реки. Вот этот момент, когда только попадаешь в порог, и тебя накатывает такая волна, и все такие «Вау!» Сразу весь окутан водой. Вообще шикарно, у меня нет слов. Я вот в первый раз, вот впервые в своей жизни пошел на рафтинг. Вот я даже боялся туда идти, потому что рассказывали, пороги, выпадешь. Но на самом деле вот повезло, вот не выпало. Целью организаторов было не только объединить ребят и поощрить их за выбор пути волонтера, но и рассказать вновь о том, каким должен быть достойный доброволец. Он должен быть смелым, он должен быть добрым, он должен быть креативным, он должен быть образованным и так далее. Все участники слета уже в числе активных добровольцев, и они твердо решили не отклоняться от выбранного курса. Ведь каким бы сложным ни был труд волонтера, награда за него наполняет жизнь новым смыслом.